Кер и Капеллина Ланот, это из европейцев. Выиграли Мэрил Дэвис, Чарли Уайт, вторые Верчи Мойер, а вот Пешалабурза как раз были третьими, обогнав Керов. Технически очень сильный дуэт. Еще один Requiem for a Dream. Просто сверхпопулярная в этом году музыка. Скорости, по качеству вращения абсолютно сравнимо с вращением Шинейда Джона Кер, который очень здорово тоже в этом элементе сегодня выглядит. Скорость хорошая. Видайте, спортсмен отличается очень большой скоростью, опорность, верное катание. Они это, кстати, показали в обязательном танце. У них был самый широкий рисунок. Видите, какие дуги. Да, вот они физически не выдержали. Не выдержали они произвольную программу. Я думаю, индукты не хватило. Сыровато, мне кажется, немножко программы. Думаю, что они какие-то элементы добавляли, наверное. Добавляли, не успели отработать. Но впереди есть время перед Олимпиадой. Рискованно, конечно, много очень рискованных элементов. Ну и поплыли. Он поплыл, тем да? Тем более в конце программы, конечно, я бы немножко сделал их послабее, может быть, оставил. Но интересный элемент, очень интересный. Знаешь, поменьше, много очень было всего там, наслаивалось, вот переворот от сальто, да, с помощью партнерши, было чревато, я думаю, что или они
кука, не знаю, там могла быть травма, конечно. Очень такие на грани фола, я бы сказал, на грани фола и поддержки, и переброски эти. Но с другой стороны, вот если говорить об этом... Иначе не выиграешь. Иначе не выиграешь, да. Но сюжетно, как бы и музыка этого требовала, и задумка, идея тоже этого требовали. Вот это относится к тем танцам, которые запоминаются. Вот запоминается, даже ошибки. Особенно, когда это сделано на 150%, тогда это запоминается. Александр Жулин, Олег Волков, их тренеры, да, хореографы у них и постановщики французы, вот, но... Ну, видно, что очень много усилий нового придуманного этих поддержка, конечно, в дорожках. Александр Жулин, очень большой выдумщик. В программе вот «Никовый период» они очень много с Ильей Вербухом придумали. Но действительно там есть очень много интересных поддержек. Ну, нужно справедливости ради сказать, что придумывают не только они, там целая команда у каждого работает. Да, безусловно. И имя-то постановщика... У меня только вот имя выскочило. Господин Аршулюка, оно уже стало достаточно известным, слава богу, потому что талантливейший постановщик и очень оригинальный в своих задумках. Но все-таки я думаю, что утверждают на льду именно они. Потому что они естественно, это... Они помогают усовершенствовать эти все новшества на льду артистам. Но сейчас очень интересная программа, конечно, продемонстрировали Пешала Бурза, но что еще хочется о них сказать, были вот эти огрехи. Ребятам чуть-чуть не повезло. Не повезло то, что они попали как раз в эпоху Делабель-Шонфельдер, потому что быть все время вторыми, поэтому они разочарованные после Гетеборга уехали из Лиона. Тяжело быть все время вторыми, вот, знаете, я про это не говорил. Вот видите, да, сейчас видно, было чуть видно, да, на уровне, да, срыва, да, он чуть не упустил, это было чревато падением очень серьезным. Так что, конечно, программа очень интересная, претендует на новую, на интересную, сложную программу. Ну, конечно, пересмотреть элементы я бы пересмотрел немного. Чревато травма. Слава богу, для этого есть чемпионат Европы, где можно вот это все проверить, еще раз поглядеть. 26 лет Натали, 29 Фабьена. В общем-то, они и поняли, что время уходит. Время, все молодые-молодые, все еще вроде в будущем, а потом оглянулись, а так вторыми можно и закончить карьеру. Поэтому предприняли такие шаги. Смотрите, 92 балла и 7 сотых они получают за произвольный танец. И это... Больше, чем у Шинейд Кер и Джона Кер, но меньше, естественно, чем у Оксаны Домнин и Максима Шабалина. Они вторые.